Сётику Продакшн представляет. Женщины ночи. Автор сценария и Йода. В фильме снимались Кинуи Танака, Санаи Такасуги, Томи Цунода и другие. Режиссер Кензи Мидзагути. Предупреждение. Женщины, которые стоят или разгуливают в этих окрестностях после захода солнца, признаются женщинами тьмы и могут быть арестованы. Так что просим добропорядочных женщин быть осторожными. Полиция. Как холодно. Есть что-нибудь от вашего мужа? А родители и сестра все еще в Корее? Они должны были уже вернуться. Но они даже не знают моего нового адреса. Бедняжка, как вам трудно. И вам даже некому помочь. А врачи говорят, что у моего ребенка туберкулез. Все навалилось так сразу. Я хочу продать вот эту одежду. Это все летние вещи. За это много не получить. Нет. Как насчет 600 йен? Прошу вас, дайте побольше. Это и так много. Летние вещи сейчас никто не покупает. А налоги все растут. Скоро я совсем разорюсь с этим старьем. Не знаю, что и делать. Ну, пожалуйста, добавьте хотя бы еще 50 йен. Нет. Прошу вас, помогите мне. Мне не на что кормить малыша. Прошу вас. Попробуйте зайти к соседям. Больше 500 йен вам за это не дадут. Вот, держите. 600 йен. Послушайте. Если вам нужны деньги, у меня есть хорошее предложение. Хотите? А что за предложение? За это хорошо платят. А что нужно делать? Я готова на любую работу. Прошу вас. Есть люди с большими деньгами. Могу познакомить вас с ними. Хотите? И много можно заработать. Все будет зависеть от тебя. Если сделаешь так, что тебя никогда не забудут, то много. Что вы такое говорите? Как вам не стыдно? Зря вы так. Столько женщин этим занимаются. Даже не предлагайте мне такого. Здравствуйте. Я вернулась.
Ну что? Сколько она дала? 600 йен. Маловато? Нам не на что жить. Ты злишься на меня. А зря. Я бы дал тебе денег, если бы они у меня были. Но я и сам получаю слишком мало. Хватит уже. Я сама позабочусь о своем малыше. Смотри. Я купила тебе яблоко. Подожди, сейчас очищу кожуру. А еще я купила яйца. Речь идет о твоем сыне, так что позаботься лучше о нем. Ты говоришь, что я много пью. Когда я вернулся с войны, наш дом сгорел. Я работаю по ночам, боюсь, что меня поймают. Дай хоть выпить мне спокойно. Я же приношу 6000 йен в месяц. А это не так мало. Да, ты молодец. Туберкулез не такая страшная болезнь. Зачем делать столько уколов? Врачи просто хотят заработать на лекарствах. Слушай больше своих врачей. Прекрати. Все они такие. Не слушай ты их. Что ты такое говоришь? Если с малышом что-то случится, мой муж никогда мне этого не простит. Никогда. И что стало с моим братом? Жив ли он вообще или нет? Пора бы ему уже вернуться. Прости его. Он делает все, что может. Хватит об этом говорить. Если бы мальчик был здоров, я бы пошла работать. Но пока делать нечего. И хватит об этом. Прошу тебя. Мама, сестрица, вы слышали радио? Что такое? Сейчас говорили о брате. О моем муже? Ну да. По радио говорили, у нас есть сведения о Кинсаку Авада. Просим его семью связаться с господином Хирата. Вот, видишь? Просим связаться с господином Хирата. Как я рада. Спасибо тебе. Пойдемте немедленно. Прошу тебя, присмотри за малышом, пока меня не будет. Будем надеяться, что с ним все хорошо. И теперь мы будем вместе. Когда он поступил в госпиталь, он был в очень плохом состоянии. Мы пытались его спасти, но, увы, приношу свои соболезнования. Идите за мной. Вот, возьмите. Это все, что осталось. Мне очень жаль сообщать вам такую горестную новость. Простите. Я сожалею. Простите. Кто это? Это его родственники. Понятно. Хорошо. Это мой начальник. Простите, что вас побеспокоили. Это очень печальное событие. Мои соболезнования. Мне очень жаль. Если что, приходите ко мне, буду рад помочь.
Будьте мужественны. Не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Вот оно что. Значит, мой брат умер. И мы лишились последней надежды. Что ж, ничего не сделаешь, мама. Надо организовать похороны. Смотрите, он задыхается. Что с ним? Что такое? Я вызову доктора. Быстрее, пожалуйста. Скорее. Пошла. Сестра? Это ты? Нацуко. Наконец-то. Наконец-то мы встретились. Я тебя всюду искала. Даже не верится. Как я рада. Это Кумико. Сестра Авада, как ты выросла. Узнаешь Кумико? Это моя сестра Нацуко из Кореи. Ты очень изменилась. Я тебя и не узнала сначала. Когда ты вернулась? В сентябре 45-го. Твой дом уже сгорел. Никто не знал, где ты. А где папа с мамой? У них все в порядке? Да? Где они? Они оба умерли. Умерли? Да. Мама умерла еще в Корее. Мы вернулись сюда с отцом. Есть было совсем нечего. Это было очень тяжелое время. Ужасное время. Я тоже потеряла мужа и ребенка. Так твой муж тоже умер? Да. И чем ты сейчас занимаешься? Я танцовщица. Как здорово. А ты? Я не могла больше жить в семье мужа. Я переехала, и мне помогли устроиться в компанию с секретаршей. Там и работаю. Я бы тоже с удовольствием ушла с завода и стала работать танцовщицей. Где ты сейчас живешь? В квартире. Неподалеку. А можно мне пожить у тебя? А то я сейчас живу у подруги. Мы живем в комнате вчетвером. Просто ужас.
Кто бы мог подумать, что мы так встретимся? Но вам еще повезло. Почему? У вас была счастливая молодость. У вас была семья. А посмотрите на нас. Разве мы можем быть счастливы после войны? Зачем ты так говоришь? Нацука, какая у тебя красивая одежда. Это из Кореи? Да? Нет. Это я уже здесь купила. Это, наверное, так дорого? Да, очень. Я до сих пор и половины стоимости не выплатила. Может, мне тоже стать танцовщицей? Не говори глупостей. Да? Здравствуйте. У тебя гости? Проходите. Нацука, это мой начальник. Это моя сестра, которую я долго искала. Мы случайно встретились на улице. Кто бы мог подумать, что такое бывает? Я очень рад. Ваша сестра рассказывала мне о вас. Мы очень беспокоились. Спасибо вам. Нам всем многое пришлось пережить. Я тоже хотела танцевать. Но в такой одежде даже не потанцуешь. Пойдем, пора домой. Не хочу. Я хочу остаться здесь. Если ты вернешься поздно, твоя мама будет ругаться. Как хорошо! Доброе утро! Фусако, не бери мой крем. Жадина. Сама ты жадина. Купила бы себе сама. Мне это нужно для работы. Не могу, у меня нет таких денег. Это у тебя-то нет таких денег? Не верю. Сестричка, у тебя ведь наверняка что-то есть с твоим начальником, правда? Что за глупости ты говоришь? А зря ты не воспользуешься своим положением. Мой начальник не такой. Так, судно придет сегодня. Надо приготовить 3 миллиона. Хорошо. Тогда все сделаешь. Ладно, я поехал. Пока. Кто-то может зайти? Мне все равно. Я здесь президент. Господин президент. Что, хочешь, чтобы я тебе что-то купил? Нет. Вы правда относитесь ко мне серьезно? Конечно. Правда? Ты еще спрашиваешь? Я беспокоюсь.
Не беспокойся. Я же все для тебя делаю. Чего ты еще хочешь? Хорошо, я буду еще ласковее. Вы не знаете, где президент? Я не спрашивала. Что же делать? А в чем дело? Сейчас звонил господин Наката. Сюда может явиться полиция. Зачем? Для обыска. Что? Для обыска? Вот. Это нельзя держать здесь. А я должен остаться здесь. Что вы хотите сделать? Я могу помочь? Можете спрятать это где-то? Вам есть где спрятать? Да, у себя в квартире. Спасибо большое. Не тяжело? Я все сделаю. Спасибо вам. Эй, ты. У тебя пальто на полу. Спасибо. Добрый день. Она Цука куда-то ушла? Нет, она должна быть здесь. Нацука, давай, открывай быстрее. Это я. Что такое? Почему ты не на работе? Что случилось? Звонил господин Наката. Сказал, что будет обыск. Я принесла это. Спрячь куда-нибудь. Я, кажется, сказал, что нужно сделать. Нацука, что ты сделала? Ничего особенного. Не лги, не делай глупостей. Наши родители умерли. И я, как старшая сестра, должна заботиться о тебе, ведь так? Ты ведь понимаешь, да? Я падшая женщина. На корабле мужчины пользовались моим телом. Я хотела покончить с собой. Но понадеялась, что вдруг меня здесь ждет счастье. Лучше бы меня продали. Я готова стать его любовницей. Я на все готова. Это он тебе предложил, да? Я уже не девочка. Оставь меня в покое. Нацука, подумай как следует, прошу тебя.
Умоляю, оставь меня в покое. Это вы? А я думала, куда это вы исчезли? Ваш муж вернулся? Да? Нет. Зато теперь я свободна. Жаль. Зато теперь я свободна. Помните, о чем вы говорили со мной? Вы согласны? Ну что, она не возвращалась? Вот и ты. А я думала сегодня пойти к семье ее мужа. Вдруг она там. И куда она исчезла? Милый. Что? Может, у тебя с ней что-то было? Ты сама думаешь, что говоришь? Тогда почему она исчезла? Откуда мне знать? Кто там? Фусако, это ты? Здравствуй. А я как раз собиралась к вам. Фусако ведь у вас? Нет. Значит, не у вас. Она что, куда-то уехала? Она уже давно не возвращалась. Здравствуйте. У тебя все хорошо? Да. Ну, чувствую себя как дома. Пока. Пока. Кумико, что-то случилось? Я поссорилась с братом и ушла из дома. Я хочу найти свое счастье. Что ты такое говоришь? Я взяла дома немного денег. Можно мне пока остаться здесь? Разреши. Я не буду вам мешать. Ты что? И что я скажу теперь твоей семье? Ну и не надо. Тогда я пошла. Кумико, ты куда? Подожди. Оставь меня в покое. Красавица? Гостиница нужна? Есть где остановиться? Я из Осаки. Ну, прости. Эй, ты, куда? И куда ты идешь? Я и билеты продаю. Я еще сама не решила. Ты правда студент? Ну да.
Вот видишь, чем только не приходится заниматься, чтобы раздобыть денег на учебу. Бедняга. А ты из Осаки и не знаешь, куда едешь. Что это значит? Только не говори, что ты сбежал из дома. Ты почти в точку попал. Это не дело. Расскажи, что случилось. Вдруг я смогу тебе помочь. Я же тоже беспокоюсь. Так уж и быть. Сегодня не буду больше работать. Пойдем лучше выпьем. Хорошо. Я здесь часто бываю. Здесь есть все, что угодно. Да? Только у меня нет денег. Тогда я заплачу. У тебя есть деньги? Да. Так ты угощаешь? Официант, два блюда дня. Есть чем поживиться? Похоже. Она сбежала из дома. И у нее есть деньги. Я ею займусь. Ну, желаю удачи. Здесь слишком шумно. Пойдем лучше туда. Нашел себе очередную шлюху. Так ей и надо. Садись. Здесь поспокойнее. Есть выпивка. Будешь? Я, пожалуй, попробую. Значит, будешь? Еда готова. Спасибо. Сколько? 200 йен. Мы взяли пиво. Спасибо. А это я оставлю себе. Ты только подумай. Бедные студенты, барышни из хорошей семьи пьют в таком месте. Как романтично. Романтика. И правда. Пей. Давай, давай. Показать, как пить? Все хорошо, хорошо. Ну вот, будешь еще? Я больше не могу. Все хорошо. Я же говорю, все хорошо. Пей. Нет. Нет. Ну, пока. Пошла. Но... Киёси! Все окончено. Можешь идти. Подожди. Подожди, Киёси! Киёси, подожди! Киёси, подожди!
Иди сюда. Теперь наша очередь. Снимай все. Кто вы? Кто вы? Воровки. Что, не видно? Давай быстрее. Или тебе будет плохо. Снимай туфли, ну. Нет. Нет, нет. Снимай туфли быстрее. Вот. Давай сюда. Снимай с нее все. Вот. Надень это. Скажешь, что произошел? Несчастный случай. Я не могу вернуться в таком виде. Верните мне мою одежду. Ты слишком многого хочешь. Можешь остаться с нами. Мы тебя накормим. Будешь видеть Киоси. Мы пошли. Ты тоже с нами? Тогда поторопись. Нацуко, подойдите на минутку. Я долго думал, рассказывать ли вам. Что такое? Я хотел сказать... Ну, давай уже. Раз начал говорить, говори. Я видел вашу сестру. Где? В Абену. Квартал... В Абену? Который пользуется дурной славой. Абену? Да. Что пялишься? Что? Уставилась? Ну что тебе? Пошла отсюда! Отпустите! 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 Нет, это ошибка! Отпустите меня! Это ошибка! Отпустите! Не трогайте меня! Отпустите меня! Где ты работаешь? В Голливуде. Кабаре Голливуд? Да. У тебя есть хозяин? Ну же. Нет, у меня нет хозяина. Я искала сестру. Коллегу? Нет, настоящую сестру. Настоящую сестру? В любом случае, сама виновата, что гуляла по этому кварталу. Пойдешь в больницу. Сколько ты получаешь? Я увидела патруль и попросила огоньку. А мне сказали сходить на почту. А я тебя раньше не видела. Ты откуда?
Представься как следует. Не хочешь? Так никогда не найдешь себе клиентов. Чего молчишь? Давай, давай. Говори. С какой стати я должна вам что-то говорить? Хорошо, хорошо. Меня зовут Нацуко. Прошу любить и жаловать. Только это надо было говорить раньше. Твоя кровать там. Фусаку? Как ты здесь оказалась? Это ошибка. Я узнала, чем ты занимаешься, и пришла искать тебя. Фусаку, почему ты стала этим заниматься? Если тебе нужны деньги, это не проблема, скажи мне. Почему ты мне ничего не сказала? Почему? Я не могу поверить, что моя единственная сестра... Заткнись. Ты прекрасно знаешь, почему. Да как ты смеешь что-то говорить после того, как ты спала с моим любовником? И тебе не стыдно? Да? Я ненавижу тебя. Но еще больше я ненавижу его. И я буду мстить, заражая мужчин. А ты правда попала сюда по ошибке? Да. Ничего не поделаешь. Ты не выйдешь отсюда, пока не пройдешь обследование. Ты ведь совсем не спала? Поспи немного. Хорошо. Ну что? Ничего нет? Что тебе сказали? Что? Доктор. Доктор. Лотос распускается из грязи, будучи ею не запачкан. И если девушка имеет чистые намерения, она останется незапятнанно чистой. Все сваливают все на общество. Но в этом есть вина каждого. Нужно ликвидировать проституцию, чтобы женщины оставались чистыми. Наша ассоциация именно для того, чтобы очистить. Осторожно, не испачкайся. Доктор, я хотела спросить о Нацуко. Последняя девушка? Да, это моя сестра. Она говорила. Вот она что. Она больна? Да, у нее сифилис. К тому же она беременна. Беременна? Да. Береги сестру. Я понял ваши принципы, но это не решает множество проблем. Хотя бы посмотрите вот на эту девушку. Видите? Да, это ребенок от Куриямы. А я и не замечала. У меня всегда были нерегулярные месячные. В последнее время меня тошнило, но я думала, что это из-за алкоголя. Я не хотела сейчас ребенка.
Но стоило мне узнать, что я беременна, как все изменилось. Врач сказал мне, что сифилис можно вылечить. Подумать только, у меня будет ребенок. Дура, неужели ты хочешь ребенка от этого осла? Ребенок ни в чем не виноват. Врач сказал мне, что я могу вернуться домой. Я попрошу Курияму приехать за мной. Прошу тебя, поедем с нами. Забудь о том, что было. Возвращайся. Это твое дело. Фусако, это ты? Как дела? Так себе. Сигареты нужны? Дай лучше другим. Хочешь выпить? Нет. Скажи, если тебе что-то нужно. Спасибо, но мне ничего не нужно. Ну что, работа идет? Да? Лучше не говори. Если дело пойдет так же, то я скоро умру от голода. Послушай, а у тебя дети есть? Было двое. Но оба не пережили войны. Вот оно что, бедная. Да, ну как сказать. До сих пор вспоминаю, как они плакали по ночам. Почему ты так говоришь? Надо думать о хорошем, дура. А обо мне не волнуйся. Удачи тебе. Спасибо. Кими Ямада. Фусака Авада. Фусака Авада. Фусака Авада. Фусака Авада. Ее нет. Повезло.
Пойдешь со мной? Ты что, с ума сошла? Не днем же. Ну и дурак. Только попробуй еще подойти. Пошел ты! В полиции меня достали с расспросами. Я что, похож на идиота? Чего молчишь? Можно было бы извиниться. Даже говорить с тобой не хочу. Это почему? Я видела сестру. Она мне все рассказала. И тебе даже не стыдно? Что от тебя еще ждать? Да как ты смеешь так говорить? Я содержал тебя, покупал тебе все, что ты хотела, так что могла бы и поблагодарить. И ты еще недовольна? Я заботился о вас обеих. Где ты еще найдешь такого мужчину? Навряд ли найдешь. И до чего ты довел Фусако? Я готов был содержать ее. Без меня она все равно бы уже давно стала проституткой. Мы тебе не собаки. Видеть тебя больше не хочу. Не хочешь, так уходи. Найду еще десяток таких же шлюх. Только я не могу сейчас уйти. Почему? Мне надо лечиться. К тому же... Что? Что еще? Говори. У меня будет ребенок. Ты что, беременна? Ты рад? Сделаешь аборт. Ты что, серьезно? Конечно. И чем раньше, тем лучше. У меня есть знакомый врач, он все сделает. Пошли. Нет, я не пойду. Хватит уже, пошли. Нет, ни за что, отпусти меня! Здравствуйте, господин курьер. Вы обвиняетесь в контрабанде опиума. Это неправда. У меня ордер на ваш арест. Пойдемте. У вас нет доказательств. Все когда-нибудь ошибаются. Мы получили необходимую информацию. 2 года вам обеспечены. Я гарантирую это вам. Пойдемте. Хорошо. Это ваша жена? Нет. Это ничего не знает. А ты будешь свидетелем. Дом Света, бедные женщины, мы ждем вас у себя. Приют для женщин. Читала про приют? Стоит подумать. Ты что-то знаешь? У меня есть подруга. Может, ты ее знаешь. Она убежала из дома и жила там. Там хорошие комнаты, хозяин добрый человек, и кормят до отвала. Правда? Обещаю. Просто сказка. Но ты подумай как следует. Там надо много работать. Так просто деньги не платят. Ты правда думаешь пойти туда, дурочка? Я просто смотрела. Это стоит того, если ты сильно больна. Живешь бесплатно, а захочешь уйти – пожалуйста. Что такое? Ты бы посмотрела на свое лицо. Кажется, тебя вряд ли что-то остановит. Зачем портить себе здоровье? Правда? Не лезь не в свои дела.
Мне не жалко умереть. Это вы? Здравствуйте. Как давно вас не было? Нацука здесь? Да, но... Что-то случилось? Господина Курияма арестовали. Денег совсем нет. И работать она в таком состоянии не может. И чем она занимается? Она только и делает, что пьет с разными мужчинами. Фусаку? Давно не виделись. Как дела? Я все знаю. Я больше не могу. Научи меня своему ремеслу. Не говори глупостей. Хочешь выпить? Собирай свои вещи. Тебе надо еще родить ребенка. Пойдем. Куда? В приют для женщин. Не хочу. Ты что? Помолчи. Пойдем. Вставай. Что ты делаешь? Я же сказала, что не хочу. Вставай. Вставай. Что ты делаешь? Господин директор. Здравствуйте. Хорошо работаете? Надеюсь, у вас все хорошо. А сегодня я привез вам подарок. Спасибо. И что же вы привезли? Сладкий картофель. Надеюсь, его все любят. Вам понравится. Конечно. Здравствуйте. Мы так рады вас видеть. Спасибо, я польщен. Ты себя плохо чувствуешь? Тебе нехорошо? Здесь ведь лучше, чем в больнице. Здесь скучно. Не говори так. Все хорошее сначала кажется скучным. Если сможешь, перетерпишь это. И с каждым днем будет все интереснее. А у тебя как дела? Намного лучше. Это все благодаря вам. Спасибо вам. Походи еще немного на консультацию. Да, спасибо. Директор, можно попросить сигарету? Конечно. Будьте сильными. Как бы не было тяжело, не сдавайтесь. Нельзя сдаваться. Будьте сильными. Что ты здесь делаешь? Доктор, смотрю, вы сегодня в духе? Что ты здесь делаешь? Давно ты здесь? Нет, вы не то подумали. Я только приехала. Я рад. Я привезла сестру, чтобы она родилась здесь. Отлично. И только мы приехали, как у нее начались боли. У нее что, уже роды, да? Похоже. Прошу вас, доктор, помогите ей. Умоляю. Ладно, пройдемте. Помогите ей. Прошу вас. Нацука. Не беспокойтесь, пойдемте туда. Нацука. Будь сильной. Держись. Налей в таз горячей воды. Помоги мне.
Сейчас все сделаем. Думаете, ей еще не рано рожать? Доктор. Если ребенок хочет выйти, ему не стоит мешать. Нацука. Так, а тебе пора выходить. Подожди-ка вон там. Она уже родила? Нет еще. У тебя же был ребенок? Как это было? Тяжело. Но когда все заканчивается, и видишь ребенка, это такое счастье. Тише вы, тише! Что бы ни делали родители, ребенок не виноват, он ничего не знает. Задумайтесь об этом. Он изо всех сил старается родиться. С такими вещами не играют. Тело не продают. Это же не игрушка, ведь так? Верно? Никто не делает это от хорошей жизни. Мужчины только и делают, что пользуются невинностью женщин. Я хочу лишь отомстить мужчинам. Только и всего. Ну и что? Ты довольна? И что у тебя осталось? Только грязь и сплошные раны на сердце. Она родила. С ней все нормально. А с малышом? Увы. Она еще не полностью вылечилась, так что ей еще повезло. Нацука. Еще бы немного. Но, может быть, оно и к лучшему. Не падай духом. Недоношенному ребенку трудно было бы выжить. Я еще рожу. Я выйду замуж. И в следующий раз рожу здорового ребенка. У меня обязательно будет ребенок. Вот видишь? Посмотри, как надо. Если что-то не сложилось, нельзя опускать руки. Надо бороться и не унывать. Да, вы должны стать новыми женщинами. Новая женщина должна не просто думать о своем счастье, она должна создать мир, в котором все могут жить счастливо и свободно. Счастье и свобода. Понимаете? Фусаку. Молодой человек, не хочешь провести время с девушкой? Молодой человек, что это вы такой радостный? Молодой человек, как насчет девушки? Молодой человек, девушка нужна? Отстань. Пойдем быстрее. Там новая девушка. Где она? У пустыря. Пошли. Где она? Да вон там.
откуда ты? Покажись. Это ты? Что это значит? Стой! Ничего, оставь меня! Оставь! Оставь меня! Я знала, что ты ушла из дома. Так вот ты где, оказывается. Я сейчас же отведу тебя домой. Кто бы говорил? А ты что теперь? Главное среди шлюх? Так оставь меня в покое. Да, я молода. Но я достаточно страдала, чтобы быть принятой в ваш клан. Я провела не один день в полиции. Ну иди сюда! И ты хочешь погрузиться в этот ад? Иди сюда! Сейчас я тебе покажу. Пусть ты лучше станешь калекой или ослепнешь. Подумайся, очнись! Ради монстра! Уничтожь всех мужчин и женщин Японии! Дура! Дура, дура, дура! Что ты с собой делаешь? Глупенькая! Пойдем домой. И далеко вы собрались? Ты решила уйти от нас? Тогда мы сделаем тебе прощальный подарок. Пожалуйста. Бейте меня сколько хотите, мне все равно. С меня хватит. Как вы можете еще это терпеть? На кого вы похожи? Женщины созданы не для этого. Что? Давайте же, помогите мне! Ha ha ha!
Хватит! Хватит уже! Зачем еще ее мучить? Ведь то, что она говорит, правда. Отпусти ее. Пусть хоть одна из нас будет жить нормальной жизнью. Уходи, Фусако. И больше не возвращайся. Уходи. Стань порядочным человеком. Фусако. Пойдем домой. Конец фильма. Фильм озвучен студией «Лексикон» по заказу видеопортала ivi.ru.